Масштабная работа на проспекте Димитрова. Одновременно работают 6 катков, задействовано 20 КАМАЗов с асфальтобетонной смесью. И не только. Впервые, наверное, в нашем городе ведется укладка асфальтобетона с применением сразу двух асфальтукладчиков, что обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Работа сразу двумя асфальтоукладчиками дает возможность уложить асфальт практически бесшовно. Общая протяженность ремонтируемого участка – 1345 метров. Дорога на время ремонтных работ на проспекте Димитрова не перекрывалась. В данный момент ведутся работы по устройству выравнивающего слоя, поэтому мы пока не перекрываем дорогу, то есть обходимся без перекрытия дороги. Но вот когда пойдет уже верхний плотный слой, конечно, мы не сможем работать, придется перекрыть полностью дорогу. Дорожники еще раз обращаются к автовладельцам с убедительной просьбой. На время ремонтных работ не оставлять транспортные средства в местах парковочных карманов, так как они тоже будут заасфальтированы. Парковочные карманы мы делаем сразу, а вот съезды, заезды к домам будут сделаны чуть позже, после завершения работ по выравнивающему слою. Ремонт дороги по проспекту Димитрова дорожники планируют завершить в течение нескольких дней. Татьяна Лисеева, Анжелика Барвинок. Наше время.